порядок. Здравствуйте, мальчики и девочки. Здравствуйте, Тиша. Привет, Даша, привет, ты ребята. Ты что, Тиша, делаешь зарядку? Какая ты зарядка? Это вообще не зарядка. Зарядку нужно делать утром. Да я тренируюсь, говорю тебе. Знаешь, кем я решила стать? Не знаешь? Кем ты решил стать? Загадка. Они придут на помощь к нам, когда бушует океан, когда землетрясение, тайфун или наводнение, рискуя жизнью, нас спасут. Такой у них опасный труд. Кто это? А это... спасатель. А, правильно! Вот! Я решил стать спасателем. Тиша, а ты знаешь, что спасатель – это очень опасная профессия? Я знаю, знаю, знаю. И опасная, и ответственная, и там работают только такие, как я, бесстрашные. Ну тогда, тогда можно быть спасателем. Они же спасают жизни людей во время ураганов, снежных этих... Лавин, да, когда снег сыпется с горки. И всяких других стихийных этих... Бедствий, да, точно. Вот, да. И у них даже эти есть... Что? В спорте дают, когда ты большой молодец. Разряды, Тише. Да, точно, спортивные разряды. Вот. Это спасатели, у которых спортивные разряды по горколазанию. Нет. Это называется скалолазание. А, и скалолазание, и на букву А. Альпинизм. Альпинизм, вот-вот. Да. Это такой вид спорта, когда лезешь на самую вершину горы. А еще есть скалолазание. Это когда... Ну и неудобно в этой каске работать. Ну ничего, привыкну. Так вот, скалолазание — это когда по горке тоже лазят. Все верно, Тиша. А еще есть спасатели водолазы. Вот-вот, они помогают людям, которые терпят бедствие на воде. А все вместе эти спасатели называются... МЧС, точно, сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций. Ситуаций. Спасатель МЧС. Спасатели МЧС. И спасатели — это те люди, которые не жалеют себя ни капельки, они первыми спешат на помощь, если помощь нужна. Да-да-да, Тиша. Именно спасатели извлекают людей живыми из-под обломков разрушенных домов. Да, а еще они, рискуя жизнью своей, вывозят пострадавших людей во время разных там, наводнений всяких там, да? Да-да-да, Тиша. Поэтому подумай, пожалуйста, потому что это очень опасная и ответственная профессия. Да, это профессия для настоящих львят. Для настоящих мужчин. Да. Тиша, а вот скажи мне, пока ты не стал спасателем, вот если с тобой случится какая-то чрезвычайная ситуация, что ты тогда, Тиша, будешь делать? Что я буду делать? Что? Я буду звонить. Звонить? Да. А куда звонить? Я буду звонить. Не знаю, а куда? Запомни, Тиша, и вы запомните, ребята, нужно звонить по номеру 112. 112, это и что говорить? Сказать свою фамилию. Фамилию свою сказать. Где ты находишься и что с тобой произошло? И запомнил имя и фамилию, и что случилось, и где ты находишься, и как тебя зовут. Тогда тебя спасут. Конечно, спасут. Все. Я все запомнил, давай смотреть мультфильм. Давайте, ребята, все вместе смотреть мультфильм. Бай-баюшки, ребята. Бай-баюшки, мальчики и девочки. Полезные советы для маленьких паровозиков. Автор — профессор Натап. Ребята, эту книгу обязательно надо прочесть. Да там же написано «для маленьких паровозиков». Вот вы и читайте. Представьте себя над бездонной пропастью. Тишка, ну ты представляешь или нет? Ой, я задумался. Уже представляю.
Клёво представили. Только холодно тут. Но ничего, сейчас согреемся. Тут два совета. Первый – лечь на бок. Я уже лег. Второй – закрыть глаза и кричать «караул». Караул! Караул! Странные какие-то советы у этого профессора Натаба. Представьте себя в темном, длинном и запутанном тоннеле. Добро пожаловать в темный и страшный тоннель. Класс! Я всегда мечтал прокатиться в тоннеле. Если вы заблудились в темном тоннеле, ложитесь на бок, закройте глаза и кричите «караул». Я кричать «караул» больше не буду. Пускай профессор Натаб сам кричит «караул», а я буду искать выход. Тупик и рискни, если смелый. А давай в тупик пойдем. Нет, мы в тупик не пойдем. Мы смелые паровозики. Попасть не могут. Надо им помочь. Спасибо вам, ребята. Мы решили почитать, ну и одичали. А, вот что это за профессор Натаб. Это же батон, только наоборот. Кирилл.